А я хочу вам показать, что делается. Посмотрите. Вот такая дырень. Вот, аж туда глубоко-глубоко идет. Представляете, смотрите, сколько здесь глины. Это мне мышка или крыса, я не знаю кто, прогрыз дырку. У нас во времянке. Я уже тут вот начала убирать. Вон пол ведра насобирала. Глины этой. Вот и смотрите, сколько нагребла. Это я сюда не залазила где-то полгода. И представляете, что делается? Я как давай двигать ящики, коробки под кроватью. Боже, как увидала. А до этого видела, что следы мышиные есть, потому что поедает зерно, комбикорм, смотрю, начали воровать мышки. А траву сыпем, уже вот и кошку завели. Но вот с такой дырякой я даже не представляю, сколько там мышей и какой ход они прорыли. Вы видите, что делается? Сейчас вот это вот все тут вот так вот совком беру. Вот, собираю все. Вот, не знаю, чем эту дырку. Думаем, Сережка, что придумать. Вот что придумать, посоветуйте. Как закрыть, что делать. Она же все равно это все расковыряет, вы понимаете? Все повысыпало сюда. Сколько глины тут, а? Это я не знаю, там половина пола нету. Вся глина тут. Чем закрыть? Может быть, камнем зацементировать, что? Он все равно расковыряет. Ну, туда траву понапихаю, это точно. Ну, в общем, делов наделала. Мне тут мышка и не одна. Или крыса. Такие вот дела. Мои гуси перевернули кормушку. О, смотрите. Лапами полностью туда залазит. И вон, перевернули. Смотрите. Поросята. Поросята, да, поросята же. Взяли и перевернули. Дайте я пройду. Давай, давай. Ой, так, я тут принесла, но это не для гусиков. Перевернули. Хоть бери гвоздями, прибивай вот эти кормушки к земле, чтобы они не переворачивали. Так. Иду унесу курочкам. Ой, смотрите, яйцо прямо тут лежит. Смотрите, какая-то курочка снесла. Так, дайте я зайду. Давай, 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 давай. Смотрите, снесла какая-то курочка. Мне туда... Так, дайте я заберу его отсюда. Он еще такой формы интересной. Кстати, второе яйцо уже за неделю, которое я нахожу здесь. Одна и та же курица несет. А что это она повадилась мне тут нестись? Что не в гнездо? Так, здесь капусточка, перчик, огурчик, помидорчик. Так, все свеженькое. Давайте кушайте. Так, ну все, немножко. Отнесу ж малым. Хватит вам хорошего понемножку. Так, яйцо здесь, надеюсь, не скатится. Дайте гляну, что там есть, чи нет. Убрала сегодня 3 яйца. Так, опа, ха, курица на лапу наступила. Так, одно снизу, все. Так, 3 и вот 2. 5 яичек пока. Будут, не будут сегодня. Вопрос, интересный вопрос. Идем до молодочек. Кушайте, кушайте, вкусненько, вкусненько. А Петька пошел там зазывает. Но зазывает и сам же и
жрет капусту, зовет, а курочки не дает. Вот тоже странный такой Петька. Странный. Так, ну что же за курочка? Какая курочка мне тут несется, а? Не доносит до гнезда. Прямо мне интересно. Так, красавцы удалые. Дайте я пойду туда. Ну, молодки мои выстроились в ряд. Я сначала им дам сейчас овощную закусочку. Да? Так, яйца сейчас стороночку. Давайте, давайте. А потом уже дам вам пожрать. Тихо, тихо, тихо. О, это мы любим. Это мы любим. Конечно, мы будем это кушать. Вот. Еще и холодненько. С холодильника достала. Жарко. После жаркого дня будем кушать. Овощи надо давать обязательно, чтобы не зажирели. Потому что кормлю, я их хорошо кормлю. И вот забиваешь петухов и вижу, сколько жирка внутри тушки. А жирка много, учитывая, что забиваю я 5-месячных полугодовалых петухов. Не дают мне сказать, я уже кричу. И я уже кричу. Кстати, петуха вот этого я оставила. Вот он. Светленький и крупненький. Старшенький. Я оставила. Убрала я одного адлерского я убрала. А нет, не адлерского, тоже был светленький петушочек. Он похож был на вот этого старшего петуха, но он помладше. Скорее всего, он был помладше на месяц. Его я убрала, потому что он курочек моих доставал. И одного вот такого петуха, вот такого вот, точь-в-точь убрала. У меня еще таких два. Вот, вот такой петушочек, пальцем показываю. Вот, у меня таких еще два. Вот один, и вот и второй. Вот такие петухи, они крупные, мясные, и жирочка в них много. Хорошие такие петушки, упитанные. Прям уже думаю, может быть, мне одного такого оставить на разведение. Да, у меня много петухов. И голышиный петушочек, вот он, вот он. Ну, пока он вырастет. Растет, конечно, я его не трогаю. Посмотрим, что из него вырастет. Посмотрим. Так. Ну, и сюда заглянем. Сегодня у нас только два. Да? Так, а я брала сегодня тут? Я сегодня тут не брала. А что вы тут сидите, мадамы? Идите. Идите кушать. Так, надо их выгнать. А ну давай, марш отсюда. Давай. Выходи на улицу. Давай. Давай, давай, курочка, иди на улицу. Иди, 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 давай. Ой, надо уже побелить курятник тут. Вот так. Все тут должны быть. Все. Ну, сегодня два яичка молодки дали. Ничего страшного. Вчера было 6. По-моему, да? Или 7. Ну, уже запуталась. Ну, ничего страшного. Завтра будет больше. Завтра будет больше. Так. Сейчас воды буду подливать им. Пусть покушают овощи. О, смотрите, смотрите, как обижает паразит. Он курочку обижал. Ах ты ж говнюха такой. А ты где был? Почему не защищаешь курочек? Такой высокий петушочек. Весь в папашку. У них такие папани были, петухи.
Он такой красавец. Будет высокий, и крупный и большой. Ой, да у меня тут все такие. Просто много малышни еще бегают, которые должны вырасти. Вон моя кошка куда залезла. Маруся, Маруся, а ну вылази оттуда, слази. Сидит мне на винограднике. Маруська. Мы свалишься. Красотка. Давай, слази. Как будешь слазить? Вот любит она лазить по таким высотам. Давай, слази. Слази. Да, мяукаешь. Маруська даже не думает слазить. Что-то залазит все дальше и дальше. Маруся, я уже за тебя переживаю. Эй, слази, слази. Иди, иди ко мне. О, ты моя маленькая. Как спускается. Давай, давай, спускайся, спускайся. Вот так, вот так. Молодец. Молодец, девочка. Умеешь спускаться, да? Давай, давай. Еще чуть-чуть осталось. Ну, прыгай. Давай, давай. Вот так. Вот молодец, молодец. Молодец, девочка. Иди, поглажу тебя. Иди, моя хорошая. Наконец-то мы спрыгнули, да? Маруська. Иди ко мне. Девочка моя. Маруська, малышка, справилась. Справилась с такой трудной задачей, да? Вот на таком винограднике сидела. Не сильно огроменный, конечно, но арка здесь высокая. Высокая.